Вот я принесла домой земляничку, сейчас ее промою и засыплю в кастрюлю или в чашку с сахаром, потому что она немного погодя даст сок. Ну, вообще-то чистая, но все равно. Сейчас я вывалю в чашку. Будь здоров. Ой, спасибо. Ой, что-то расчихала. И засыплю сахаром, потому что она через какое-то время уже сок даст, ее нельзя держать в банке. Так, сейчас сахаром. Ну что ты не сказала, я бы купила. Не забыла. Ну пусть стоит, даст сок, если сахара мало будет, мы еще посыпем. Сейчас накрою. И все, и будем варенье варить. Варим варенье вот из землянички. Добавила сахара я на глаз. Вот оно у меня ночь постояло. И замораживать я не замораживаю, потому что у нас, ну, зимой отключают свет, свет плохой. Вот тут я не перебирала, надо было перебрать. Попадаются вот эти зелененькие. Ну что, я их выловлю. Вот так мы варим земляничное варенье. Сахар я добавила на глаз. Вот поварю, потом баночки сложу, будем зимой кушать. Вот. Все, снимаешь? Вот я, понимаешь? Вот я собрала столько грибочков, мало, правда. Но их нету в лесу. Но я по лесу-то и не ходила, в общем-то. Но там, где мы раньше собирали, там грибов. А так хорошие. Сейчас я их замочу. Я их обычно замачиваю, чтобы вот это вот лучше отмыло. Она лучше, вот эта трава отмывается. Я замочу сейчас, они полежат, потом я их помою и поставлю варить. Я сырые грибы никогда не жарю, потому что как-то боюсь. Все-таки это грибы. И с картошкой их можно и сделать. Да, вот и можно с картошечкой пожарить. Вот. Сейчас замочу и пусть стоят. Они, когда отмокшие, лучше. Они отмываются лучше, вообще они лучше. Потом я их отварю. И вареные потом с картошечкой пожарю. А сырыми я их никогда не жарю, как я как-то боюсь. Это вода, такие. Мама, вода. Ну все, пусть стоят. Грибочки, все. Грибочки, которые мы вот промывали, собирали сначала, промывали. И вот сделали такой пирог с грибами. Вот он в разрезе. Вкусный? Я еще не пробовала. Вкусный. Хоть вкусный пирог получился? Всем-всем-всем привет! У нас сегодня на ужин будет курочка в духовке. Уточка в духовке. Вот я ее щипаю. Вот так вот. Такая, смотрите, какая хорошая, беленькая. Даже желтенькая, жирненькая. Ну, какая желтенькая, да? Прелесть. Один жир. Как такой есть? Такая большая у нас уточка, это селезень. Всю зиму продержали. О, воняет. Решили зарезать. Все. Мышка кричит. Все. Вот я общипала
уточку. Запекли уточку нашу. Сейчас будем ужинать. Вот так вот разделываем вдвоем. Никак прям слюнки текут. Никак не можем. Быстро.